В Московской области изменился порядок выдачи детских пособий, как журналистам рассказали в Люберецком управлении социальной защиты населения. Теперь жители Московской области, обращающиеся за социальными выплатами и пособиями на детей, должны будут предоставлять сведения о доходах за 12 месяцев, а не за 3. Об этом рассказала заместитель заведующего отделом по делам семьи и детей Люберецкого управления социальной защиты населения Наталья Кулагина. Устанавливается предоставление гражданами сведений о своих доходах за каждый из 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения за пособием, а не за 3 месяца, как было ранее. Но и сами пособия будут назначаться на целый год, на 12 месяцев, а не на 6, как это было раньше. А это значит, что бумажной волокиты станет меньше. Информацию о документах, предоставляемых для назначения детских пособий, можно получить на сайте Люберецкого управления, в Люберецком управлении и многофункциональном центре предоставления государственных услуг. А также по телефону 8 495 554 65 00. Изменения вступают в силу с 1 августа 2017 года. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.